Доброго времени суток, мои прекрасные зрители. Хочу поздравить прекрасную половину девочек, девушек, женщин, всех моих любимых подписчиков, зрителей с 8 марта. Посмотрите, какие красивые розы. В преддверии 8 марта очень большое поступление в основном цветущих растений, так как они являются именно коммерческими. Немножко я нашла растений интересных, но в основном, конечно, в магазине ажиотаж, много покупателей, очень шумно. Трудно было сегодня сделать обзор, но я очень старалась. Великолепные подарочные наборы в желто-салатовых корзинках из диантусов. 379 рублей. Вот такие вот чернильные птички. И розовые гвоздички. Очень милые подарочные композиции и совсем недорого. Весна пестрит красками. Еще подарочный набор 550 рублей в корзинке из патифилума и каланхоя. Как много сегодня цветущих великолепных луковичных цикламенов. 357 рублей. Великолепное соцветие томатного цвета с зеленой, черноватой даже кромкой. Смотрите, какие покрывала томатные, притоматные горят красками. Ой, какая красота, когда их очень много. Anthurium Red Blue 1598 рублей. Среднего размерчика, можно даже сказать, что крупные. Но покрывала меня сегодня покорили. Большое поступление антуриума Black Love. Стоят на верхней полке, к ним и дотягиваться не очень удобно. 994,5 рубля. На нижней полке просто чудесные, яркие, транспарентные покрывала розово-оранжевые с молоком. Anthurium Orange 1428 рублей. В ярких упаковках с сиреневыми сердечками антуриумы с небольшими соцветиями лилового окраса. Много в покрывалах зеленого тона по краю. Anthurium Baby Purple 899 с копейками. Ну, очень интересное покрывало небольшого размера. Початки черно-фиолетовые, очень красивые, мелкие покрывала у небольших антуриумов. Какая прелесть сегодня башмачки! Салатово-зеленые с белым. Посмотрите, какие великолепные цветы. Пафиопедиум Фема 998 с копейками по акции. Достаточно интересная цена. У них базовая 1820 уже подняли. Так что это, видимо, к 8 марта небольшой подарочек на акции. Ну, очень уж милые эти башмачки пафиопедиумы. Обожаю за их листики. Они, кстати, очень даже не капризные. Хорошо растут и переносят домашний климат. И еще американские пафиопедиумы. 1500 рублей цена у них. Повысилась. Была 1300 недавно. У них в основном отличаются верхние лепестки. Видите, этот
фиолетово-сиреневый, этот уже тигровый пятнистый. Следующий, посмотрите, с каким-то желтым пятном, и на нем крапчатость. Очень интересные, разные, в основном верхние лепесточки. Очень крупные растения, высокие, шикарные. Листья фактурные, много соцветий. Только начинают открываться. Видите, они даже полузакрытые в большинстве. Много-много растений. Целый подиум спатифилумов одного сорта. Наверное, метровой высоты, даже, скорее всего, больше, я не прочитала. Но листья, конечно, фактура чудесная. Прорисовка каждой жилки. Волнистые, глубокие жилки. Какое чудо! Расчудесное. Обожаю спатифилумы с фактурными красивыми листьями. Посмотрим на цену этих прекрасных спатифилумов. Свит Себастьяна 4250 рублей, 1,20 м, диаметр 24. Я так и предполагала, что они более метра высотой. Свежайшие красавицы примулы Sweet Kiss. Розово-чернильная гамма. Посмотрите, какие огромные цветы, красивые листья. Цена 467,5. Все усеяно сегодня этими красивыми примулами. Ой, какая молочно-розовая, очень красивая примула. Цимбидиум Айс Каскад 1600 рублей в подвесных корзинках. Необычно очень, привыкли, что они идут крупными напольными. Смотрите, какие интересные цветы. Есть один без упаковки, можно им полюбоваться. Действительно каскад, поникающие цветоносы, усеяны белыми цветами. Посмотрите, какие великолепные растения сегодня в Гринвилле. Также много дендробиумов различных окрасов. 900 рублей. А внизу огромные, красивые, разных окрасов цимбидиумы. Бело-розовый красавец, сколько разных цветов. Желто-розовый. Очень большие, крупные цимбидиумы. Цены все повернуты. Пройдем еще посмотрим. Ой, какие темно-темно-вишневые даже. Нежно-розовые. Как много разных и красивых, очень крупных цимбидиумов сегодня. Поищем цену. 1600 рублей. И еще один великолепный крупный цветок цимбидиума. Желто-тигровый. Есть просто желтенький, я здесь видела, сейчас пройдем посмотрим. Есть просто чисто желтый. О, какой вишневый красивый. Да, хорошее, огромное поступление цимбидиумов сегодня. Есть вот такие огромные-огромные цветоносы, все пока в бутонах. И, конечно же, красавцы сингала. Очень крупные цветы, розовые и белые. Цена 1600 рублей. О, керамические кашпо.
розовые, две тональности, более темные и светлее. Ну и, конечно же, белый. И, конечно, гортензии в красивых подарочных пакетах. 998 рублей. Голубые, розовые, белые. На любой вкус. Конифер 170 рублей. Довольно интересное растение. По тактильным ощущениям, как пластик, слегка жесткое, щетинистое. Очень необычные растенецы. Слегка снизу подсыхают, но очень-очень милашечка. Листики хоечек керри появились, сердечки 225, зеленые. Но, к сожалению, ждать от них побега не приходится. Они все без почек роста. Но как подарок к 8 марта, конечно, очень милые, интересные растенецы. Стоять могут долго, но я так и не дождалась роста. Очень-очень милые по форме и, конечно, на день Валентина, на 8 марта чудесный подарок, который будет стоять, возможно, не один год и украшать ваш дом.